Пример приведу очень сильного журналиста, которого люблю, уважаю вообще. Он с хвостом. Он очень хитрый человек, но это его украшает. Он очень сверхоткровенный. Вот Рассказывайте, Арпуша нашел. рассказывайте. Ну, у многих есть возможности. Какие возможности есть? У них есть финансовые возможности. Да? Та же инстасамка. Ну, господи, ну хорошая девочка. Ну, никого рядом нету сказать: моя родная, ну ты очень испачкаешься, ну каждый день пачкаешься. Может, ты вот выбрала бы, у нее же есть фантазия, притом неплохая, да, у нее же есть рядом коллектив, который ей советует, что спеть, какое слово, чтобы это хайпануть, там, чтобы там. У нее какая публика, ну там, ну, от 6 до 11 лет, да, может быть, зритель у нее, да, потому что взрослый человек понимает, что это. Хотя ведь взрослые там есть такие, что которым 40, но они мышление как у 9-летнего. Дело в том, что она, может, выбрала бы другое направление творчества. Вот она, я ее вижу как дизайнер. Вот вышла бы там под названием In S. Какая-то шмотка какая-нибудь вышла бы такая, вот какая-то. Валяжно, ну, как вот ее типажа. Я могу даже нарисовать ей, что создавать, какого плана и какого стиля одежду. Да? Вот это, ну, она поет, ну, там же слышно, как она правится на студиях, как над ней звукорежиссеры мучаются там и так далее. Один раз мне сказали: можешь сфальшивить, ну, чтобы там фальшь да фальшь. Но специально тяжело это сделать.